В Каменском районе подходит к завершению программа по ремонту республиканских и муниципальных дорог на 2015 год. Одним из последних объектов стал переулок Заводской в микрорайоне консервного завода. Здесь будет заасфальтировано около 200 метров дороги и 400 метров тротуаров. Тротуары в микрорайоне консервного завода были построены более 30 лет назад. С тех пор их ни разу не ремонтировали. На большинстве из них от асфальта не осталось и следа. Сплошные выбоины во время дождей заполнялись водой и грязью. Эта проблема поднималась с жителями на встречах с руководством района. Тротуары вокруг школы были в ужасном состоянии. В плохую погоду они очень часто размывались дождем. Дети в школу всю грязь носили, очень портилась обувь, неоднократно случались и вывихи. Мы очень благодарны за то, что нам оказали такое внимание, потому что хорошая дорога – это огромный стимул для работы. Протяженность тротуаров вокруг школы, подлежащих капитальному ремонту, 400 метров. Половина из них уже заасфальтирована. В работе заняты две бригады. Старый тротуар поскирковали, грейдером убрали, утрамбовали новые основания, установлены новые бордюры. Марки БР-100. Проводим дальше ремонтные работы. На данном участке тротуар составляет 180 метров. В данном микрорайоне подобные работы проводились и ранее. Месяц назад здесь же, вдоль республиканской трассы Каменка-Тирасполь, было заасфальтировано 160 метров пешеходной дорожки. На ремонте тротуаров работаем не в первый раз. Весной заасфальтировали 100 метров в районе парка, потом была улица Кабака. Сейчас уже месяц работаем на поселке консервного завода. Здесь тротуары строим заново. В этом году особое внимание государственной администрации уделено ремонту и строительству тротуаров в городе. Построено и отремонтировано 1,5 километра тротуаров в центре города, 350 метров в микрорайоне консервного завода и еще 200 метров будет построено в ближайшие несколько недель. На эти работы выделены средства в размере 223 тысяч рублей из республиканского дорожного фонда и в размере 209 тысяч рублей сборы от налогов на благоустройство. Кроме тротуаров по переулку Заводскому параллельно ведется и асфальтирование участка дороги протяженностью 200 метров. На эти цели из муниципального дорожного фонда выделено около 200 тысяч рублей. Часть данной дороги была заасфальтирована лет 30 назад, а часть этой улицы была выложена брусчаткой. И за эти годы она, конечно, сильно износилась. На данной улице заменили основание, затратили около 130 кубов щебня фракции 20-40. В ближайшие 10 лет никакого ямочного ремонта здесь проводиться уже не будет. Если погода не помешает, все работы в данном микрорайоне будут завершены к концу недели. До наступления холодов в планах отремонтировать еще один участок городской улицы протяженностью 200 метров. Лидия Салкуцан, Валентина Стасишина, Юрий Денчаковский, Первый Приднестровский телеканал.